поддерживать любые начинания, связанные с баскетболом. Поэтому дело хорошее, дело нужное. Парни играют, парни получают международный какой-то опыт. Неважно, какими они станут баскетболистами. Ну, важно, конечно, но все-таки мы не говорим о том, что профессиональными, непрофессиональными. Я расцениваю всегда, что это будет члены баскетбольной семьи в будущем. Поэтому я только за двумя руками. I saw that they are very, how I say, very happy they are in Moscow and they are enjoyed the Moscow for 4 days and tournament is well organized. I think that is very good idea and was great experience for I think everybody, you know, and Russian teams and Serbian teams is. I think it's important for these kids. It's more important from than result, and this they have this great experience in these 4 days. Ну вот с сербскими наши первый раз практика-то вообще первый раз играем с ними. Интересно, да, другой баскетбол, там, что позволено у нас в России, там, запрещено. И я считаю, они идут по правильному пути, потому что вся игра построена на индивидуальном мастерстве, на игре один на один. Но это здорово. Мы, кстати, тоже придерживаемся такой же стратегии. Считаю, что тоже идем в правильном направлении. Очень интересно. Я считаю, очень полезные игры для детей. И вот для меня, как для тренера, я считаю, хорошая практика была. Srbija i Rusija imaju dobru tradiciju u košarci. Oni su odlični, ne znam što da kažem. I imaju odlični igrači, ne znam više.